краевая телекомпания. Твое ТВ представляет. Приветствую вас, друзья! По доброй традиции мы с ребятами решили показать вам мультфильмы, над которыми трудились долгие месяцы. Сейчас вашему вниманию будет представлена история соседей, которые оказались свидетелями ограбления. Группа лиц, в число которых входили улитка и две мыши, оказались обыкновенными воришками. Но помимо этого, история рассказывает о доброжелательности соседей и о том, как нужно проявлять милосердие и уметь прощать, когда виновники раскаиваются в своих поступках. Я думаю, слов достаточно. И сейчас мультфильм. Приятного просмотра, юные зрители! Когда-то давным-давно жили девчонки и их лесные друзья, прекрасные животные. У всех у них было жилье, но был волшебный дом, о котором вы еще увидите в этом мультфильме. Какая же тяжелая кровать, когда же мы ее уже в дом поставим? Да, она действительно дешевая. Зато качественная. Сестра, я тебе помогу. Как же ты мне поможешь? Я использую свою силу льда. Спасибо, сестра, действительно полегчало. Пожалуйста, обращайся. Надо лед уже убирать, а не то мне уже холодно. Хорошо, сестра, я уже убираю. Привет, девчонки, пойдемте ко мне в гости. У тебя же вообще небери нету дома, он пустой же. А у меня дом волшебный. Видите этот колокольчик? Сейчас я в него позвоню, и небель сразу появится. О, действительно волшебный, преволшебный. Я же вам говорила, а теперь давайте пойдем ко мне. Хорошо. Можно у тебя погостить? Конечно, заходи. Можешь даже искупаться. Угощайся обедом. Мы очень дружелюбные все. Угощайся. Добавим еще еды наверх. Жасмина, ты можешь такой же колокольчик нам подарить? Конечно, девчонки. Я вам тоже подарю такой волшебный колокольчик. Спасибо большое! Как
какие гостеприимные здесь жители. Тебе пиццу приготовить? Вы так любезны, спасибо. Я буду. Ой, ой, что-то я неаккуратный. Продолжим готовить. Соседка, дай соль, пожалуйста. Конечно, сосед. Я дам тебе соль. Спасибо за швид. Все у нас получилось. Мы смогли украсить наш дом. Не стоит благодарности, подружки. Я вам рада всегда помочь. Все-таки давайте устроим вечеринку наверху. Ура! Давайте! Вот вам вкусная еда. Угощайтесь, подружки мои феи. Спасибо, друг. Неси еще. Хорошо. Тримбли, трамбли, бумс. Девчонки, я считаю, что нужно пригласить животных. Хорошо. Си-си-си. Давай быстрее. Они до нас кот увидят. Пуст, а еды много, налетай! Едим столько, сколько сможем. Это что, мыши? А ну-ка, стойте! Быстрее, бежим, бежим, бежим! Турбоулитка, погнали! Кажется, они сделали норку. Хитрые? Очень странно. Быстрее бежим, бежим, бежим. Ребята, нужно найти преступников. На поиски. И отправили на поиски. Нашли они мышей. Этих маленьких воришек. Ну, извините нас, мы больше так не будем. А я, улитка, не знала, что участвую в преступлениях. Я думала, что просто их обожжу. Спасибо, ребята, что простили нас. Мы действительно исправились. Мы счастливы и будем с вами теперь всегда дружить. Друзья, вот вы и посмотрели мультфильм, а я с вами прощаюсь и скажу одно. В следующем выпуске вы снова увидите анимационные фильмы. Какие? Узнаете при просмотре.
До новых встреч. Пока-пока.